Ну и вообще, если смотреть по острову, это 80% крутые склоны. Невозможно подойти. И только небольшие участки выхода к океану. Красиво, да? Папоротник. Небольшая равнинка, там поселочек. Но скала такой, крутой спуск к океану. Не знаю, что там вообще есть спуск к океану. Остров почти весь из утесов. Очень мало таких выходов к океану. Здесь вода более красивая, чем в районе Фуншала. А шум сюда же слышно на высоту, как волны разбиваются с грохотом. Для меня этого достаточно будет. По крайней мере, я хочу просто туда долететь, потом еще.